Проекты торгового центра, автодеревни и жилых комплексов сегодня рассмотрел Градостроительный совет Чувашии. Одним торговым центром в республике станет больше. После того, как вырастет вот этот комплекс между деревней Аркасы Чебоксарского района и городом Новочебоксарск. Под него предусмотрен участок земли, который является землей сельхозназначением и находится в государственной собственности. Инвестор есть. По его заказу разработан эскизный проект. Комплекс большой, площадью 140 тысяч квадратных метров и многофункциональный. Включает в себя гипермаркеты, магазины, развлекательные центры, предприятия общепита, офисы, парковку. Оговаривается, что основными арендаторами станут широко известные на рынке торговые операторы. Что касается финансирования, на сегодняшний день уже проведены переговоры с финансовыми структурами по проектному финансированию. В качестве залоговой базы уже существует у нас действующий торговый бизнес. Члены градостроительного совета высказали несколько замечаний проектировщику, предложили еще поработать над фасадом и центральной частью. Но в целом проект одобрили. А вот другой эскиз комплекса автодеревни вдоль Марпасадского шоссе притормозили. У него тоже есть инвестор, земля в частной собственности. В комплексе предполагается разместить автодилерские центры, автосалоны и автосервисы, многоуровневую крытую парковку, станцию кузовного ремонта, деловой и торговый центры. Это прежде всего высокотехнологичное производственное образование со своей инфраструктурой. Это тоже нельзя не учитывать. И поэтому вот основная задача наша как проектировщиков, я считаю, на данном этапе заключалась именно в том, чтобы создать единство между архитектурной выразительностью и технологичностью данного объекта. Я надеюсь, что мы это решили. Автодеревня должна вырасти на территории южнее микрорайона Новый город в Чебоксарах и восточнее Пихтулино в Чебоксарском районе. Территория, куда планирует развиваться столица. Некоторые члены совета усомнились в том, насколько частный проект здесь впишется в градостроительные точки зрения. Часть архитекторов настаивает на необходимости планирования. Разработчику и инвестору предложили сначала увязать проект с генеральным планом Чебоксар, который пока разрабатывается. Проект автодеревни решили отложить, а после согласования с городом вернуться к обсуждению.